Спасибо за поздравления. Матч был такой насыщенный. Все ребята старались, бегали. И у той команды тоже, в принципе, все получалось. У нас Андрюха Янков, молодчик, выручал команду. Ну, такой более открытый хоккей, наверное, был в защите. Много было провалов, тоже говорить. Все хотели забить. Но результат есть результат. Так получилось. Ну, по твоему мнению, по созданным моментам, особенно в первом периоде, какого преимущества было? Я думаю, что у нас было очень много моментов, реализуй хотя бы там, 20% этого. Хотя бы один захватило бы для победы. Все? Все? Спасибо. Все, вам спасибо. Ну, что могу отметить, игру для болельщиков. Очень интересно, наверное, получилось. В свою очередь. Я бы сказал, что она была равная, с обилием моментов, использованных как с одной, так и с другой стороны. Очень рад, что все-таки мы смогли взять 2 очка, а не 1, хотя могли зацепиться и за 3. Вот. Поблагодарю ребят, что играли до конца и смогли заработать 2 очка. Боремся за плей-офф. Каждое очко для нас ценно. А так считаю, игра равная, нам больше удачи. Конечно, в первую очередь проиграли при игре в меньшинстве. Плохо сегодня сыграли. Также не реализовали свои моменты, когда представился в овертайме. В большинстве очень плохо сыграли. Команда выглядела, порой играла очень хорошо, порой просто безобразно, не знаю, что за скачки, почему такие происходили. Вроде начали играть 4 звена, довольно-таки достаточно времени было для восстановления тех, кто играл. Элементарные ошибки при каких-то моментах. Пришлось перейти в 3 звена, вытащили игру, молодцы. Но опять же говорю еще раз, очень сильно повлияла игра наша в меньшинстве. Очень плохо сыграли сегодня. Все, собственно.